И всем привет! Вы на канале Ведро и The Gaming. Меня зовут Александр, и сегодня у нас новинка Google Play специально для групп ВКонтакте. Игра называется Unhappy Raccoon, какой-то несчастливый енот. Бесконечный матч между рогалик и енотом и следующей невиданной ранее вселенной. Просто эпическая игра нас сегодня ждет. 3.7 среднеоценочка, а количество скачиваний не вижу, но только-только игра появилась в свет. По-русски ни слова, также геймплейчик я пока не вижу. А богатый выбор скиллов вроде как, рандомный опыт и бесконечная награда, и очень упоротые какие-то звери, да. Ну и вот он геймплейчик, то есть джойстик есть, это какой-то плюс-минус, вон, смотрите, я даже кусочек карты походу вижу. Какой-то рогалик с элементами экшена, замечательно, потому что автобоевочку я бы еще одну не пережил. Raccoon University, тыры-пыры. Отзывы, кстати, смотрите, на глазах прям меняются. А есть положительные, отрицательные, давайте отрицательные посмотрим. Игра очень понравилась, возможно, продолжу играть, если исправите баг, за который, собственно, 2. А при нажатии кнопки перехода на поле боя перестают реагировать все остальные кнопки. Печаль, какая беда. Ну, в общем, можно сказать, отзывы все положительные. Ладно, погнали, посмотрим, что это за печальный Raccoon. Итак, мы на месте, смотрите, какой графончик, по-моему, прикольненько выглядит. Что-то подобное я уже видал. Куда нам надо, в круг бежать? А мы, кстати, не енот, мы какая-то, я не знаю, кто это. С полосатым хвостом. Кошка, наверное, какая-нибудь. Так, great job, keep moving. Ну, побежали мувить. Как-то так. Тут есть какие-то ловушечки даже. Ёпарасоте. И вот, пожалуйста, типа перекатик такой. Ай, больно. Ну, ладно, пофиг. Чё-то дропнули. Так, вейпан. А вейпаны все разные, получается? Нет привязки к героям. Это очень здорово. Ну и чё, зачем? Ну, блин, я бы с мечом побегал. Понятно, короче, что да. Ладно, будем методом тыка все изучать. Так, у нас есть вот эта вот штучка. Это что такое? Давайте посмотрим. Сейчас врага какого-нибудь найдем. Ой-ой-ой, вражины появились. Так, это ближняя атака, как я понимаю. А чё ты стреляешь странно как-то? Я не понимаю, почему вот такая анимация. Она как бы... А, нет, все, вроде что-то отлетает стрелы, но непонятно что. Но это прям рогалик, типа, блин, тайзика. То есть у нас есть румки, мы бегаем, зачищаем их, и за каждую румку нам что-то дают. Вот опять пацанчики вылезли. Очень странно стреляет вот этот вот арбалет. Как не арбалет. По жопе держи. Ну, скиллы прикольные по конусу. Давай отсюда свалим. Тут есть еще, смотрите... Бочка, которую я бы хотел бы взорвать, но я не понимаю, почему мы в упор так стреляем. Ну вот, смотрите, расстояние вроде бы есть. Не попадаем, то есть радиус действия очень маленький. У нее как будто меч должен быть. А может, я здесь должен что-то сделать? Вот так вот. Смотрите, уши выпалим. Normal attack 44, normal damage 5%, хорошо. Я не понимаю, почему она с арбалета стреляет не так, как хотелось бы. Может, надо выбрать цель? Так, пикапаем. Армор кап, замечательно. Ну, ладненько, пофиг, погнали дальше. Есть какая-то бочка, которую я хочу взорвать. Давайте скиллом в нее скинем. Посмотрим, что будет. Во-во. А, ну и нормально, такая задержка, то есть можно даже с руки бить. Подождите. Стрелы не тратятся. Нас где-то обманывают, короче. Так, а куда бежать? Не сюда? Вот сюда вот, замечательно. Полетели. Еще пацанчики, сейчас со скилла их вырубим. О, они еще лужи кидают, замечательно. Может, зажать надо или что? Я хочу с арбалета пострелять, ёпарасоте. А, блин, а желтая полоска получается здоровье либо броня. Скорее всего, броня, потому что там армор-кап какой-то был. Так, пикап. Максимум здоровья. О, у нас, смотрите, какой-то скилл появился электрический. Вот это мне всегда нравилось. Вот такого-то рода игры. Пофиг на рисовочку, а пофиг на какие-то минусы. Чтоб геймплейчик вот такой вот был. То есть ты по рандомному приключению идешь подземелью, собираешь всякий разный лут, улучшаешь героя, потом появляются всякие разные плюшечки. Это вообще здорово. Телепорт. То есть мы сейчас прошли первую какую-то зону. Ёпарасоте, смотрите, сколько здесь этих всяких разных. Вроде бы даже ник выбрал, но что-то пока непонятно, где он есть, этот ник. У нас есть 10 кристаллов, есть 7 дней. Давайте активируемся сразу же, получим какую-то штуку, пончик какой-то, замечательно. Я так и не понял, как зато... Вот, арбалет, теперь можно стрелять с арбалета вот так вот. Почему этого нельзя было сделать в тренировке? У меня бы куча вопросов исчезла. А стрелу можно поднять? Дай стрелу мне, а, мужик. Ладно, пока тратить не будем.
О, вот он, донатик как раз, давай попробуем. Так, у нас есть Карлота, Каенис и за бабки, ну, бабки, естественно, мы пока вкладывать не будем. Я посмотрю, есть ли эта игра в AppGallery, если что, перекачаю, потом подонатим сюда, посмотрим, что да как. У Кейси. Ну, у меня всего лишь 60 пончиков, короче, не хватает на нового персонажа. Окей, будем с этим бегать. Ты кто такой? Протек Китана. Не знаю, что это такое, но давайте попробуем. Ну, я врубил максимальную графику, теперь смотрите, как это все выглядит. Не знаю, по-моему, стало даже немного похуже. Ты кто такой? Ой, мы начали прям стрелять с арбалета. Причем стрелы, смотрите, разные какие-то. И синие. И не синие. Так, что можно сделать? Это магазинчик, можно сразу что-то прикупить, но пока я не буду этого делать. Пойдем с голой попой. Так, а где этот? Вход-то вон там вот. Попробуем что-нибудь сделать. Ну, опен, давай. Так, монстры пошли, походу. Спереди. Сейчас надо бесконечно будет просто дефаться или что? О, это типа знаете чего? А, мне это очень сильно напомнило. Блин, а куда ты так это заворачиваешь стрёмненько? Были кастомные карты в игре Warcraft 3. Стратегии. О, блин, это опыт летит. И там что-то подобное тоже было. Называлось X-Hero Siege. Нужно было защищать, короче, свою крепость. Ёпарас, а ты как-то стреляешь клёвенько. Перезарядка идет, патрон бесконечный. Замечательно. Ну-ка, давай вот так вот. О, пацаны какие-то пошли. Отстой, нифига не дамажат. И ты вот именно, да, ты вот так вот защищаешь свою крепость, фармишь деньги, потом берешь всякие разные имба-книжки, и у тебя герой становится просто жесткий. И да, и всякие вот такие вот волны со всех сторон идут. То есть чисто как это. Я как в детство попал. Ну, блин, там, камон, детство. Конь, конечно, уже здоровый был. Но это то же самое, ёпар. И вот я только ради этого буду играть. Давай назад. Вот здесь вот что-нибудь надо покупать. А игра приостанавливается, если мы покупаем. Так, давайте смотреть, что есть. Открывается на следующих левелах. Так, максимум поинтов ХП. Давайте это возьмем. У нас есть еще сотка, но больше не хватает. Окей. Урончика бы какого-нибудь. И вот этих пацанов надо всех раскидать. Вон штука какая-то выпала. Что-то как-то плохо у нас это все получается. А еще дом стреляет, смотрите, прикол. Вот это вообще клевенько. Так, стоп. Еще пауза есть, там-то не было пауз. Так, апгрейд эффект, характер атак, повар плюс 30%, китана максимум ХП и монстр дропс 10 голд, дополнительное золото. Ну давайте, наверное, вот это возьмем. Ну, естественно, вот это, короче, на все закупили, сейчас будем просто убивать их. Еще вот какие-то вот эти вот штуки. Ёпарасоте. Формула так, давайте ее, наверное, возьмем. То, что я больше со второй руки бью, чем с этой штуки. Нифига пробить его вообще не можем. А если эту возьмем штуку? Open. Еще что-то можно будет... А, ну это мы сделали так. Так, повара так, давайте вот так вот сделаем. Давай, пробивай эту собаку. Меня сейчас зафигачат. А ты можешь, отойдешь отсюда? Давай, давай, давай. Фигово, что надо спамить, потому что если ты так делаешь, то немного это... Скилл врубается. Так, еще что-то сделали. Скилл дэмэдж, чардж дэмэдж и максимум айс орб. Давайте вот это, наверное, возьмем. Cold Wave Pass. Посмотрим, что тут еще есть. Тут еще один орб какой-то. Так, что это такое? Thunder дэмэдж. Давай вот это, наверное, возьмем. Мне нужен какой-нибудь вампиризм. А есть вампиризм какой-нибудь здесь? Давайте посмотрим. Лайфстил, вот, пожалуйста. И вот эту тоже все возьмем. А это можно продать. Следующая волна будет, и будут более крутые эти пацанчики выпадать. Ресерствовать ничего не будем. Где мой лайфстил? Расскажите мне, пожалуйста, со скиллов лайфстил или что? 201. Вот, потихонечку восстанавливаемся, отходи. Здание очень больно. Фига тут завесы идут жесткие вообще. Вот это мне нравится. Реально, я как будто это школу прогуливаю. С пацанчиками по локалке. Давай, блин, ёпарасоте. Как мы там врубали в этот режим-то? Просто нечто. Ну, кстати, не критично. Так, новая волна. Давайте открываем это, сделаем. Так, характер атак повар. Давай, берем атак повар по-любому. Апгрейд эффект тоже возьмем. Еще возьмем. Ну и пока все.
Отходи, фига они там щитами идут, смотрите. Еще какая-то штука, берем. А, так, Knocking Falling Thunder. По-любому здесь еще скиллы улучшают сами себя, потому что, смотрите, здесь уже какие-то две картиночки. Давайте, наверное, это возьмем, то, что мы брали подобное. Отходи. О, они во все стороны летят. Блин, я влюбился в эту игру уже. Давай, блин. А можно еще огонек взять? Так, флейм давай. Хочу флейма больше. Надеюсь, я ничего не заменяю. Еще давай больше. Второй левел флейма. Я себя не вижу. А меня, походу, убили. Я восстановлюсь через 3 секунды. Ничего страшного. Главное, катиться. Ой-ой-ой, еще с той стороны. Подожди, еще надо что-нибудь взять. А можно апгрейдить? Так, здесь пока ничего, надо в этот, в главный дом идти. Отходи, убегай, убегай, убегай. Фига, их тут много. Вот это хочу взять. А, это ресурсы, я не то, надо было скиллы брать. Давай еще одну возьмем штуку. Еще одну штуку. Еще одну штуку. Фига, они прям отлетают. Отходи, сейчас меня опять убьют. И дефит. Всего лишь две жизни, короче. Быстрее меня убили, чем дом. Короче, это просто офигенский, катастрофически не хватает русского языка, потому что половина непонятно, что я понабрал. Но зато есть пауза, можно посидеть с переводчиком, попереводить, и смотрите, у нас пошел прогресс, и мы можем дальше качать свой аккаунт. И это просто восхитительно. Что тут есть? Хит-элементы, потом атак power, деньги и скилл-атак. Ну, давайте элементы, наверное, возьмем, это всегда интересно. Спасибо, что-то открылись. Так, еще нам дали какие-то штуки. Это мы только здесь были. По-любому есть еще что-нибудь. Качалочка, смотрите. А можно им попробовать поиграть? Я прям взял какие-то топоры или что? Да, я с пацаном, смотрите, бегаю. У него совершенно другие скиллы будут. Так, здесь что такое? Пока непонятно что. Скорее всего, какой-то прогресс, ачивочки и так далее. Дальше давайте посмотрим, что еще есть. Какие-то спутники. Go to battle. С нами будет пацаны бегать? Приколдес, приколдес. Так, здесь что? А, здесь мы были, это магазины. Здесь мы тоже были. Ты кто? Это скиллы наши, окей, мы уже что-то там прокачались. Здесь по-любому будет этот. Внешний вид. Офигенский парень. Ё красоте. Так, я нашел какой-то дом. Давай туда сходим. Давайте попробуем здесь еще пробежать. Так, у нас тут есть Gift to Fate. Gift to Fate. И что возьмем? Ну, давайте, наверное, ветер. Ветреный топор будет. Так, Storm Vortex. Нормальные атаки, damage 10%. Торнадо damage 30%. И торнадо damage 12%. Давайте будем вызывать торнадо. Не знаю, чем. Не знаю, чем, ну ладно. Тут пока нифига не понятно. Ну, опен, блин. Ты чё за парень? Здесь можно прокачаться. Но у меня денег нету. Так, я, как понимаю, это стартовая локация, и сейчас начнется мясо. Погнали, пацаны. Пока все просто. Где мой торнадо? Вот, торнадо вызвал, смотрите. Чё такое выпало? Exploited. Если туда пойдешь, то взорвет что-то, да? Ну, давай попробуем. Секреточка какая-то. Подождите, я боюсь. Это выход. Бомбы. Ну, ладно. О, еще ульта, смотрите, заряжается. Приколдес. Ну, погнали. 3 секунды, надо всех убить. Надеюсь, меня не убьют. Торнадо, походу, замедляет. Ну, пока все быстренько. Вот этот парень мне больше нравится, чем арбалетчик. Что-то выпало. Это мои топоры, что ли, выпадают? Всех захавали. Награда. Бесконечная награда, ее красота. Ну, и, короче, такое, знаете, мини-испытание мы прошли. Выходим. Так, мы на месте. Что тут можно собрать? Денежки? Это, получается, уже след... Нет, это та локация, где мы были. Бежим вперед. В неизвестность. Какие-то крутые пацаны вышли. Держи торнадо. Если он кидает топоры, а потом собирает их. Приколдес. Так, у нас есть скилл заморозка причем. Наверное, надо было лед качать. А можно почитать, что он делает? Да, можно почитать. Подожди, как это сделать?
Нет, это не то, это она мейтем выпал какой-то крутой. Так, скилл кулдаун минус 2%, скилл атак, короче, на скиллы все идет. Окей, пусть будет так. И у нас идет следующая карта, походу, с боссом. Блин, я мечтал о такой игре. Я все Айзика ждал, что выпадет. Ёпр, он жесткий босс. Давайте со скилла ударим. Все, что ли? Не такой и жесткий, блин, смотрите, его руки лапают. Причем такие какие-то кошачьи руки. С одной ульты упал. Давайте собираем все. Выпала перчатка или что это? Нарисована перчатка, но тут нифига не перчатка. Армор кэп, тыры-пыры. Окей, статистики. Пассивок я не заметил. Ну, таких серьезных каких-то. Так, налево пойдешь, направо пойдешь. А почему тут горит? Его можно еще побить? Если я его открою. Так, давайте посмотрим. Дэмэдж 10%, каждые 0,5 секунд повышается на 50%. Непонятно что, нормал атак дэмэдж плюс 5. И, ну, давайте, наверное, вот это возьмем. Что произошло, я не знаю, надо разбираться, да. Ну, рано или поздно я все выучу, потому что Айзик тоже у меня на английском был. Но, тем не менее, я там все уже знаю. Так, тут магазик у нас, смотрите, можно что-то приобрести. Но я пока против магазиков, потому что у меня всего лишь 1000 голды. Если честно, непонятно, что тут лучше взять. Давайте оставим на потом, на какую-нибудь... Вот, хилка есть, допустим. Потом, если что, похилимся в другом магазине. А эти штуки можно взрывать? Да, можно взрывать. А зачем? Чтобы поджечь жопу свою или что? Или это ярость какая-то? Непонятно. Ну и ладно, пофиг. Так, пацанчики, вылезаю, давай вперед. Убегай! Пока наилегчайше. Какие-то эти бочки, блин, ну мы их уже видели. Давай, получай. Я чисто как за Мурадина играем. Еще одна штука. Опять испытание. Давайте сходим, посмотрим. Пока не сложно. Блин, пауканы, смотрите, какие-то бегают. Давай по жопе получай. Сейчас мы его топорами закидаем. Вот так-то держи. Где мой торнадо? Убегай, блин. Нормал дес. Ёжики какие-то бегают. Графика прикольная вообще, мне нравится. Еще одна игра, в которой я буду сидеть и залипать бесконечно. Главное, чтобы в апгалере она была. Это. Чтобы подонатить можно было бы. Посмотреть новых героев. Так, еще что-то выпало. Максимум хп, так, power, for every 10%, каждые 10% здоровья, crit rate плюс 1%, окей, суицид. Короче, если теряем здоровье, то получаем бонус к критам. Это для меня как раз, да? Сюда можно сходить? Нет, можно выйти оттуда. Какие-то эти пацанчики еще за нами бегают, непонятные. Так, и у нас получается следующая карта вот здесь вниз, точнее наверх. Ну и кто вы, парни? Перепрыгнул такой. Красавчик вообще. Топором в него. Я не понимаю, что торнадо делает. Давайте посмотрим. Ну, коцает, коцает. Хорошо. Я бы его хотел улучшить. Давай, забираем. Какая большая локация, слушайте. Давай сюда. Можно вниз пойти. У нас ульта есть, кстати. Сейчас будет что-то типа босса, наверное, опять. Ну, иди сюда. У меня ульта готовая. Ой, прям кидает всякими штуками. Держи подарок, блин. Заморозился, смотрите. Ну, ульта у нас конячая. Все, готово. Опять пацанчик выпал. Давай, показывай, что есть. Так, Gravity Swift, скиллы, Consumed Rage. Я не знаю, что это такое. Impulse Circulation и Magnetic Liberation. Давайте Damage, где написано, то и возьмем. В любой непонятной ситуации бери Damage, да? Все будет нормально. А эту бочку можно взорвать, нет? Ну и ладно, пофиг. Так, ну, о, там, смотрите, что-то зеленое горит. Мы продвигаемся к финалу. Ну, кстати, мобы с каждым разом, естественно, все это. Во, криты пошли. Что, у нас здоровье не полно, наверное. Какие-то лучи, блин, смерти. С каждым разом мобы все жирнее и жирнее, естественно. Дайте я сейчас топором закидаю. Так, еще одна штука, мне уже страшно туда заходить. Вот, ветер появился, давайте прогрейдимся. Заходи. Так, when торнадо hits target, тыры-пыры, эффект какие-то 333% теск, торнадо range и торнадо duration, vis element skill damage. Давайте это возьмем, мне нравятся вот эти вот проценты. Посмотрим, что получится. Так, ну погнали в эксплойт. Курятина какая-то бегает, смотрите.
Получай, 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 получай. Всю жопу ему раскидал топорами. Еще пацанчики вылезли. Ой-ой-ой, противные штуки. Не надо меня бить. Но они жирные, пипец. Ну, всех убили. Я не понимаю, вот эти пацаны за мной бегают, они дамажат, нет? У меня денег уже немерено. Надо что-нибудь купить будет. О, торнадо активировалось. Я за скилл делаю торнадо, что ли, или что? Да, приколдес. А я думал, оно просто так вылетает. Ну и ладно, пофиг. Выходим отсюда. Окей, новая локация, давайте смотреть. Тут какие-то бобры крутые. Они еще тпшатся. Еще лучи смерти, ёпарасоте. Торнадо получай по жопе. Бочки. Да, эти тоже парни рубают. Все, всех убили. Пока крайне легко. Вон босс, смотрите. Мы еще до босса не доходили. Вон он стоит, ёпарасоте. Ладно, давайте сначала сюда. Соберем максимум награды, а потом зафигачим босса. Погнали. Торнадики сразу надо вызывать. И топорами кидаться. Давай, давай. Еще парни вылезли. Жестко. Так, ульту оставляем, блин. Чуть не нажал. Да ёпарасоте. Че они такие жирные? Так, всех убили? Замечательно. Там еще какая-то штука. Как туда попасть? Непонятно. Ладно, пофиг. Мне пополнить здоровье. Либо броню, что-то такое. Но я думаю, сейчас босса завалим. У нас есть ульта. Она нас не подводила ни разу. Ну, погнали. Вот он. Очень жесткий доги какой-то. Ой-ой-ой, у него еще эти. Получай, пожалуй. Ой, ёпарасоте. Ну, прикольно, мы от него убегаем. И он прям в торнадо попадает. А здоровье-то у него вообще просто немерено. А чё так жестко-то? Чё так жестко-то? Еще пацанов вызывает. Убегай, блин, слуш. Ну, пока он не сильно дамажит, на самом деле. Но вот эти пацанчики меня расстраивают, конечно. Очень сложно. Он получает от торнадо от наших. У меня какая-то радужная фигня появилась. Я в ярости, смотрите. Блин, все раскидывают. Вообще мясо люто идет. Я так ультой, по-моему, не в босса попал. Отстаньте от меня. Как похилиться? Я не знаю, сейчас сдохну. Мы ему только броню сняли. Еще здоровье осталось. Че он такой жесткий? Что, пацаны вылезли? Убегай! Давайте его торнадом убивать. Да меня обычные пацаны бьют. А по боссу я не достаю. Ой-ой-ой, он там что-то кастует. Еще всякие энрейджи есть, наверное. А, топоры еще летают по полю. Ультой в него давай. Ну, он расстроился, походу. Но мы ему нормально приложили. И он меня тоже нормально приложил. Убегай, убегай, давай. А чего можно похилиться тут? Я хочу похилиться. О, в дуте, блин. Так, ну, блин, надо как-то на сейвах жить. Да, сейчас топор. Одно хп осталось. Не пройду. Не пройду, не пройду, не пройду, не пройду, не пройду. Он сейчас еще пацанов вызовет своих дебильных. Давай, блин. Топором сейчас кинет, смотрите. Надо запоминать его скиллы. А, топор шальной прилетел. Дефит, так бы почти его победили. Ну, блин, это офигенно круто. Для первого раза, я думаю, будет более чем достойно умереть. От первого босса. Но деньги неинтересно. Надо что-то интересненькое делать, да? Так, а следующее открывается у нас деньги. Деньги, деньги, деньги. Вот к этой штуке хочу пойти. Давайте вот это вот откроем. Или вот к этой лучше. Давайте к этой. А, тут какие-то кристаллы другие теперь требуются. Ну ладно, пусть будет так. Еще можно что-то прокачать. А где у меня очки, которые я трачу? Или это просто ресурсы? И что хочешь, то и туда и вноси. Ну давай так вот возьмем, почему бы нет.
По-любому ограниченное количество всего есть. И я зря это делаю. Ну а почему бы нет? В базе Damage все вроде бы все потратил, да. Ну что я могу сказать, ребятки? Игру мы посмотрели, я еще зашел на почту, мне дали пончиков. Давайте, наверное, что-нибудь купим. Если вот такая вот дурында, это типа заяц. И типа волчара. Но мне на обоих хватает, так что берем то. И это. И я буду сейчас после видоса играть уже за них, да. Но если вам интересно, пишите об этом в комментарии, обязательно продолжим. Также, если вам понравилась игра, ссылочка будет в описании в группе ВКонтакте. А пока у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, играйте в крутые игры. Скоро продолжим. Пока-пока.